Перешиваем обивку сиденья и реставрируем поролон. Разобрали сиденье. По спинке есть небольшие трещины. По внутренней части тоже. По нижней части боковая. Здесь водоросли. Это все уберется. Будет выравниваться. Здесь тоже просадочка идет. То есть все это уберется, подровняется. Снизу тоже вот оно все. Все будем реставрировать и перешивать обивочку. По спинке поломано. По железу здесь еще подварить. И вторая сторона. По железу заменили утяжку, подварили низ, все крепенько. Поролон нижнюю часть придали форму боковой части. Плотность она одинаковая. Сейчас проклеим поверх сантиметровым, более жестким. Здесь все заклеим. Поролон подготовили. Все укрепили, отреставрировали. Вместо липучки обойдем, поставим по-другому будет. На спинке останется. Вот такие вот утяжечки будут на нижней части. Сейчас сделаем там дырочки. И запакуем. Перетянули сиденье, поролон отреставрировали, укрепили.